Только родилась вообще-то, наверное, первый момент был, когда в Сартане погибла моя жена. Я приехал снимать репортер на трагедию. Вот, получилось, что на земле лежит разорванное тело моей жены. И я себе сказал, что такие кадры нужно показывать. И с того момента я, можно сказать, начал собирать все материалы, что касается Приазовья, боевые вот эти будни, сложные будни. И сказал себе, что эту выставку нужно, чтобы видел весь мир. Ну, то, что видите, получилось то, что получилось. Путем визуальных вот этих фотографий приостановить разжигание Третьей мировой войны. Я думаю, что фотографии это успешно демонстрируют. И мы демонстрировали эту выставку уже в Киеве, в трех местах. Были на Кипре, были на День города, всякое... Где бы мы ни показывали эту выставку, она оставляла всех практически, ну, людей равнодушных не было, и даже многие плакали. Ми сьогодні відкриваємо дуже визначну, дуже тяжку і дуже таку необхідну виставку, персональну виставку документальної фотографії маріупольця, репортера і журналіста, людина, яка робить дуже важливу і велику справу у наші дні, у цей час, коли всім дуже важко. Многие скептики говорят, что как бы, такие трагические моменты через какую боль нельзя так выставлять, показывать. Но я считаю, это очень правильно мы делаем. Мы покажем нашей Украине, всей Украине, Западной Украине, что такие трагические события у нас здесь происходили. Какая человеческая боль прошла через наш Приазовский край. Прежде всего, в этот день очень тяжело говорить. И смотря на эти фотографии, сегодня вспоминаешь те события, вспоминаешь те моменты, которые переживала Сартана, которые переживал Восточный. 11 мирных жителей, мирных граждан погибли в Сартане в результате необъявленной войны. 14 числа первый обстрел, который настиг Сартану, забрал 7 жизней одновременно. Это те люди, которые шли с похорон, и снаряд РСЗО «Град» попал в похоронную процессию. 7 человек погибли на месте, 16 человек получили ранения. Дети, я вас специально сегодня сюда пригласил. Именно с этих школ, школы у нас получается Чермалык, Гранитная, Маринка и Красногорка. Почему именно эти школы? Много почему вопросов они задают. Потому что именно вы, дети, видели то, что, наверное, не видел больше никто. Поэтому вы здесь. И, конечно, сегодня такой трагический день. У нас как раз есть Николай Рябчин, который вам представил эти страшные снимки. Часть наших сотрудников, не выполнив мой приказ, нарушили. Пожалели вас, спрятали самые страшные фотографии, оставили те, которые можно вам еще видеть. Хотя я хотел бы, чтобы вы увидели все. И спасибо, что, я не знаю, то ли выставка подвинула вас под этот проект с детьми, я не знаю как, но буду рад сотрудничать и дальше. Очень благодарен вам за содействие. І з нагоди цього свята великого хотілося ще побажати вам, щоб покрова Божої Матері захищала і оберігала вас, ваших співробітників і допомагала вашій нелегкій праці. І наші дорогі. Це ташка миру, це теж...